Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Спайк, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. И смотрите, я нашел новую деревню в моем мире. В общем-то, бежал и нашел вот такая вот интересная деревня. Она скрыта за стеной, собственно говоря, из вот такого вот камня. И мне очень интересно посмотреть, что же в ней находится. Я не знаю, зачем ее закрыли, но я вижу, что там самая обычная вроде как деревня. Только смотри, там какой-то скелет есть. Ух ты. Все становится еще интересней. Ребят, кстати, да, не забудьте поставить обязательно лайк на это видео. Для этого ты можешь просто, в общем-то, найти кнопку лайка и тыкнуть на нее. Обязательно это сделай, чтобы было больше серий. И если тебе, в принципе, нравятся мои видосы. Также не забудь подписаться на канал. Это тоже, там же кнопочка есть. Подписывайся, чтобы тоже не пропустить следующий видос. Вот, и напишите в комментах, как обычно... Слушайте, нет, я хочу, знаете, чтобы вы написали, кто вам больше нравится в Майнкрафте, Стив или Алекс. Вот, точно. Вот это, я думаю, будет прикольное голосование, кто больше вам нравится, напишите в комментах, Стив или Алекс. Так, ну а я давайте попробую как-то сюда попасть, у меня, правда, не особо много ресурсов, но вроде сломали. Так, что это у нас за деревня? Смотрите, давайте я буду ставить факела. Ой, ё-моё, ничего себе, это... Ой-ой-ой-ой, я такое уже видел. И я знаю, ребят, что это очень-очень все плохо может закончиться. Слушайте, ну уходить я из этой деревни не хочу, потому что мне интересно, что тут. И я хочу посмотреть. Потому что, ну, обычно даже если есть опасность, то есть и, скорее всего, что-нибудь интересное. Привет, курочка, ты ничего тут подозрительного не видела? Слушайте, она не хочет с нами разговаривать. Окей, так, ну дома вроде обычные, смотрите. Дома вроде абсолютно обыкновенные. Даже не особо какие-то они сломанные. То есть вот обычные дома. Как-то, ну, все равно тут более-менее, в принципе, неплохо, мне кажется. Даже не так уж-то и страшненько. Так, давайте посмотрим, что у нас в наковальне. Тут у нас... Ага, ничего себе. Слушайте, неплохая наковальня. Штаны, кирка, неплохо. Так, и... Кстати, если в наковальне есть вещи, сразу говорит о том, что игроков тут не было. И это как бы... Очень даже хорошо, как мне кажется. Да, ребят? Так, и... Опа! Это что такое? Это похоже на какую-то могилу, что ли? Блин, слушайте. Слушайте, ну... What? Я даже не знаю, честно говоря, что мне с этой информацией делать. Смотрите, это похоже реально на какую-то могилу. Цветочки тут. Ой-ой-ой. Слушайте, вот такого я еще не видел, честно говоря, в деревнях. Вот такого я еще, честно говоря, не видел. Так, ну, я не знаю, можно попробовать раскопать. Чисто посмотреть, что это вообще за постройка. Так, ну-ка. О, лопата даже есть. Вау. Даже лопату нам... Так, кстати, любезно кто-то положил. Блин, ну слушайте, я не знаю. Ну, эта деревня, она как бы старая. Ей где-то, не знаю, лет 10, может. То есть, видите, все так, такое заброшенное. Блин, что же там может быть? Может быть, не знаю, может это... Знаете, есть, короче, типа, как ловушки, клады. То есть, там может быть какой-то клад есть? Я не знаю, просто давайте попробуем копнуть. Ну-ка. Это Алекс? Это Алекс? Это Алекс? Это Алекс. И ей тут... Ей точно больше, наверное... Блин, ей точно больше, наверное, 100 лет. Вы посмотрите. Это Алекс. Это точно Алекс. Алекс. Так, а если тут где-то Стив еще? Капец. Это реально Алекс. Это реально Алекс. Так, ладно, давайте, ребят, подумаем, что нам делать. Да, в принципе, наверное, ничего. Давайте закопаем. Хз, ну, типа... Ладно, все, я понял. Давайте закроем это все дело. Так, сейчас еще копнем. Вот так вот. Все, все, все. Никаких там сокровищ нет, ничего нет. Там просто Алекс валяется. Капец, ребят. Алекс в Майнкрафте все-таки больше нет. Так, и давайте по стандарту посмотрим колодец. Может, в колодце что-то интересненькое будет. Опа-на. А там у нас какой-то свет, кстати говоря. Слушайте-ка, ну-ка давайте прыгнем. Ну-ка, что тут такое у нас интересное? О! Опа. Слушайте. О-о-о! Стив,
Так, а вот это уже очень странно. Вот это... Что произошло в этой деревне? Ну, тут уже скелеты, все, тут и Стив уже все. В этой деревне что-то произошло много лет назад. Это определенно точно. Что... Офигеть. Офигеть. Что произошло в этой деревне? Я, честно, даже знать, честно говоря, не хочу. Я хочу отсюда побыстрее уйти, на самом-то деле. Капец. Мало того, что тут ничего в этой деревне нет особо. Жители. О! Жители! Вы посмотрите, сколько жителей! Это капец. Сколько жителей! И все они тут. Все они тут, все. Офигеть. Капец, ребят, вы только гляньте, что случилось с этой деревней. Может, вы в комментариях, не знаю, напишите теории о том, что случилось с этой деревней. Капец. Так, ладно, давайте, наверное, отсюда уходить потихоньку. Потихоньку, полегоньку, просто мы отсюда уходим. Прощай, Стив. Прощайте. А, что это? Что это? Это она! А, what the fuck? What the fuck? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Гори, гори, блин, я сам горю. Что это было? Где я? Где я? Где я? Где я? Где я? Где я? Я в тюрьме какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой, где я? Почему я тут? Фух. Так, ладно, лучше уж я буду тут сидеть, потому что... Так, ладно, я, честно говоря, даже не знаю, что делать. Капец, она воскресла или... Или что произошло? Она, походу, воскресла, ребят. Она, походу, воскресла. Так, ладно, давайте подумаем, как нам отсюда выбраться. Так, ну, я тут не пролезаю никак. Тут я уже не первый, смотрите, это, видимо, кто до меня приходил в эту деревню. Да, давайте, может, тут под блоками есть что-то. Ой-ой, да, смотрите, тут есть выход, тут есть выход. Но я из-за скелета, давайте я сейчас его сломаю, вот сюда переложу. Я могу выбраться. Я могу выбраться. Я могу выбраться, капец. Ну, я не знаю, ребят, честно говоря, давайте попробуем, может быть, у нас получится все-таки выбраться из этой деревни. И сейчас проверим, действительно ли она выбралась. Так, 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 давайте. Давайте сейчас аккуратненько вот так вдоль стеночки посмотрим на ее место пребывания. Так, тут ее нет? Так, тут вроде ее нет. Капец, почему я в тюрьме-то оказался, интересно? Вот это реально интересно. Так, и... О, раскопано, раскопано! Раскопано. Так, так. Момент истины. И... Ее нет. Ее нет. Ее нет. Что же делать? Так, ладно, не паниковать. Давайте сейчас просто... Я предлагаю рвануть бегом. Бегом рвануть сейчас к выходу. Выход вроде вон там. Все, давайте, ребят. Давайте, раз, два. Погнали, 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 побежали. Я думаю, что... Она не должна нас заметить, и как бы все будет... Что это? Вот она! Ой, 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 ребят! Она меня ударила! Отстань! И она еще быстро бегает! Она еще быстрее меня бегает! Куда? Куда идти? Куда идти? Куда идти? Куда бежать? Так, давайте, надо на какой-то дом залезть, я не знаю, или... А, бежит, 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 бежит! Смотрите, она бежит! Она бежит за нами! Фух. Так, 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 погоня, погоня за мной. Давайте сейчас подумаем, в какой дом залезть. Смотрите, она бедроком заделала. Капец просто, капец. Так, побежали, побежали. Давайте за дом вот этот спрячемся. Можно ли тут спрятаться? Да, идет. Она идет? Да, она идет, сюда она идет. Она меня видит. Почему-то она меня видит вообще везде. What? Что такое? Почему? Давайте вот сюда. Оп. Фух, закрываемся. Все? Успокоилась дама? Красотка-то успокоилась, походу, успокоилась. Так, давайте стекла тут выбьем. Где она? Где она? Я теперь ее вообще не вижу. Капец. Я теперь вообще не понимаю, где она. Так, мне нужно как-то за стены убежать. Я не знаю как. Так, перепрыгнем. Вон она, вон она. Красотка-то не успокоилась. Смотрите, бегает. Хочет меня съесть. Так, надо пробраться до того дома, наверное. И там я еще более-менее как-то смогу выбраться, да? А, как мне это сделать? Как мне это сделать? Давайте подумаем. Так. Я, честно говоря, вообще не знаю, что мне делать. Вообще не знаю. Если я сейчас упаду, она меня по-любому съест. Мне вообще нельзя падать, никак нельзя. Мне надо туда как-то добраться. Капец, а тут все из камня еще. Так, ладно, давайте построим вот так вот. Оп, наверх мне не хватит. Сейчас туда.
И вот так, смотрите, оп, оп, все, на наковальню. О, блин, а тут-то что делать? Ай, капец, капец. Слушай, она же залезет, она же залезть и может. Ой-о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 й
что он может залезть. Капец, капец просто. Так, 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 так. И что делать? И что мне делать? Она идет, она идет, она идет. А, двери-то нет. Двери тут нет. Двери тут нет. Тут тоже. Вот есть. Смотрите, лестница наверх. Так, лезем, лезем, лезем. О, о, я сейчас буду ее. Сейчас я сломаю лестницу. Все, все, ты не пройдешь. Ха-ха. Так, что делать, ребят? Думаем дальше, думаем дальше. Так, давайте вот это сломаем. Я не знаю, можно ли вот так вот запрыгнуть. А, ее так. Ага. Все-таки нельзя, да? Ну ладно, давайте теперь тогда вот это сломаем. Капец, просто капец. Видимо, все-таки я смогу выбраться. Но эта деревня действительно проклята. Просто проверена мной. Так, так, так. И че, все? Куда побежим-то? Там вон вроде еще одна деревня, но туда я тоже не рискну пойти, потому что это слишком уж, ребят. Это уже слишком. Столько деревень, это уже слишком. Давайте просто убежим вон туда. В ночь, так сказать. Все. Я потерял все вещи, которые у меня были. Но у меня было мало вещей, но все равно. И, в общем-то, это было, конечно, не очень крутое путешествие. Но было очень захватывающе. Вот. Так что, ребят, что я вам хочу сказать? Ставьте лайки на этот видос обязательно. И не ходите никогда вот в эту деревню. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, если оно вам понравилось. Все, всем до скорых встреч, ребят. Всем пока.